Здравствуйте, это «Новосибирские новости» и Вероника Иванова. Станция метро «Спортивная» изнутри, расширенный скрининг для младенцев и закулисные тайны театра «Глобус». Эти и другие темы сегодня в выпуске. Станция метро «Спортивная» практически готова к открытию. Сейчас специалисты тестируют турникеты и эскалаторы. На испытания уйдет несколько месяцев. Новая станция приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Для них установили лифт и специальные широкие турникеты. «Спортивная» – 14-я станция новосибирского метрополитена. По мнению специалистов, она станет самой посещаемой. Объясняется это не только ее расположение между станциями «Студенческая» и «Речной вокзал», но и близостью к новому ЛДС и парку «Арена». Наша арена может вместить в себя 10 500 зрителей. Соответственно, наша станция рассчитана на то, чтобы в течение часа все 10 500 зрителей могли покинуть эту станцию. Станция предусмотрена для эксплуатации в том числе и 5-вагонных составов. Санкционная политика сработала, конечно, негативно. Пришлось делать импортное замещение ряда оборудования. Поэтому определенная затяжка по времени она тоже произошла. Новая станция приспособлена и для людей с ограниченными возможностями. Для них установлены специальные турникеты. Они шире обычных. Проход составляет 1,20 м. Также здесь установлены лифты. Они поднимут маломобильных пассажиров прямо к платформе. Турникеты сегодня удлиненные, по аналогии с Москвой и с Питером, что позволяет беспрепятственно зайти. Если вы, допустим, обратите внимание, то на сегодняшних станциях метрополитена турникеты довольно жесткие. Здесь, соответственно, применены современные технологии, стеклянные двери для прохода, плюс в турникетах установлены системы оплаты, то есть мы сегодня можем пройти как по карточке по банковской, так по любым картам, которые будут в городе для проезда организованы, плюс жетоны. В данный момент ведем пусконаладочные работы. У нас 4 наклона, по 3 эскалатора, то есть 12 штук. Данные эскалаторы являются уникальными, так как они технологически очень отличаются от других, которые установлены у нас на остальных станциях. То есть это больше датчиков, больше режимов. Это новое для нашего города оборудование. Поэтому в эксплуатации посмотрим, как они себя покажут. Станция метро «Спортивная» готова к эксплуатации. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Так что буквально через пару месяцев эти эскалаторы поднимут к поездам первых пассажиров. И к другим темам. В центре города приступили к уборке новогодних праздничных украшений. Сегодня начали разбирать потолок из гирлянд на улице Ленина. Их снимают с помощью альпинистского оборудования, аккуратно складывают, чтобы провода не пришлось распутывать следующей зимой. Этот этап планируют завершить в ближайшее время. После того, как гирлянды и конструкции уберут, улицу Ленина полностью откроют для транспорта. Затем начнут разбирать и главную елку возле Новата. Демонтаж остальных украшений распланирован до апреля. И продолжаем выпуск. Снега в январе выпало на треть больше нормы. На городские улицы выводят дополнительную технику, привлекают подрядчиков. А качество уборки во дворах должны в первую очередь контролировать сами жильцы и старшие по дому. Вот как это работает. Микрорайон на улице Ватутина – это типичные пятиэтажки хрущевской застройки. У управляющей компании здесь на обслуживании 107 домов. На этой неделе, когда идут обильные снегопады, механизированная уборка ведется каждый день. Работу техники во дворах всегда контролируют жильцы, ведь они каждый месяц подписывают акты выполненных работ. А также могут подсказать, что, например, вот этот сугроб скрывает молодые цветы и кустарники, а этот газон вполне можно использовать для складирования снега. Мы считаем сами, у нас есть мастер, ответственный за эту работу, плюс председатель совета дома также или оставляет кого-то, своих помощников, или считают сами. Но там, где есть видеонаблюдение, у нас очень на многих домах стоит видеонаблюдение, там они уже могут посмотреть по камерам количество и объем, который вывезен. Дворники, кадры дефицитные. Работы много, работа тяжелая, а зарплата небольшая. На каждого дворника приходится примерно 3-4 дома. И в период обильных снегопадов, пока закончил уборку на третьем доме, уже нужно снова приниматься за двор первого. Ну, мы стараемся, во-первых, пораньше приходить, чтобы не притаптывалось. Ну, я, допустим, я к 6 часам приезжаю. И вот 6 часов начинаем убирать. Целый день, когда получается.
Смотря какая еще зима. Если снежная, то, конечно, очень тяжело. В этом году? Ой, ужасно. Ужасно. Отдыха никакого нет. Уборка во дворах всегда начинается с крыльца, потом переходит на проезжую часть и в последнюю очередь убирается территория за домом. При первых признаках гололеда дворник обязательно посыпет дорожки антигололедной смесью. Но управляющие компании уже начали готовиться к весне. В феврале очистка крыш и вывоз снега с подтопляемых территорий. Когда во всем городе снег полностью растает, начнется весенняя уборка. И к другим темам. Скрининг для малышей на наличие наследственных и врожденных заболеваний расширили. Теперь с его помощью можно выявить более 40 отклонений. В этом году уже проверили 1800 младенцев. Зарегистрировали 13 случаев генетических заболеваний. Расширенное обследование показало, что в том числе и спинально-мышечную атрофию до появления первых симптомов. Это особенно важно, поскольку в таком случае нужно как можно раньше начать лечение. С января этого года неонатальный скрининг расширили сразу на 36 тестов вместо 5. Это значит, что теперь каждого младенца проверяют на 41 генетическое заболевание. И это как раз спинально-мышечная атрофия, а также первичные иммунодефициты. Это очень хорошая возможность для детей и для родителей, в особенности, предотвратить какие-то заболевания в самом начале и начать уже лечение, если вдруг у кого-то выявится. В понедельник мы родились, а нам сегодня полных 3 суток. Мальчик и девочка у меня, первенцы, долгожданные. Мы вот в понедельник идем на скрининг. Тест проводят младенцам в первые дни жизни, и он позволяет выявить тяжелейшие патологии, не дожидаясь симптомов. То есть выиграть то самое драгоценное время и сразу начать лечение. Вот таким образом новорожденному ребенку и делают неонатальный скрининг-тест. Доношенному на 2 сутки, недоношенному на 7. Эти заболевания встречаются редко, но если диагноз поставлен поздно, вы видите до скрининга по телевизору, когда уже сроки упущены, да, собирают деньги на лекарства, спинально-мышечная атрофия, вот если не введут в течение месяца, то уже будет поздно, да, ребенок достигнет определенной массы тела. Сейчас, благодаря раннему выявлению заболевания в ходе массового неонатального скрининга, появилась возможность начать лечение на ранней стадии. Конечно, для каждого родителя сложно принять поставленный диагноз, но нужно понимать, чем раньше выявлено заболевание, тем быстрее можно принять меры, подарив каждому ребенку шанс на полноценную жизнь. И к новостям культуры. Все традиционные крупные культурные фестивали планируют сохранить в Новосибирской области в этом году. Так, 8 марта филармония откроет Транссибирский музыкальный арт-фестиваль. Позже пройдут и Сиб-джаз-фест, и Рождественский фестиваль искусств. А музыкальный театр и старый дом получат деньги на новое оборудование по нацпроекту. Ожидают, что в ближайшее время решится вопрос с реконструкцией здания старого дома на речном вокзале. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию театра «Старый дом» и подана заявка Министерства культуры Российской Федерации. То есть сегодня мы ждем решения. Да, как бы мы планируем, что все-таки Министерство культуры РФ нас поддержит, но это будет, скорее всего, следующий год или, может быть, там последующий. Экскурсии за кулисы устроили зрители «Глобуса». Актеры провели их туда, куда обычно посторонних не пускают. Показали, где в театре гримируются и репетируют, где шьют одежду и делают декорации для спектаклей. Залог хорошо отыгранного спектакля на сцене и бурные овации зрителей – профессионализм актеров. Большая работа проделана за кулисами. Узнаем о ее тонкостях, как шьют костюмы, обувь, изготавливают декорации. Вот это столярные сварочные цеха. Здесь изготавливают декорации, а после загружают в лифт. И вот таким образом все поднимается наверх, прямо на большую сцену. И уже зритель видит результат. Лет 11 назад здесь мы играли эскиз пьесы «Любовь людей». Иван Павлович Орлов делал ее, и потом пьесу взяли в репертуар. Мы ее играли около 10 лет. Вот эта надпись «Рок-н-ролл», это мы написали. Мы сюда загоняли машину, желтую «Шевроле Камаро». И делали читку. Пойдемте со мной здесь, вот
склад, где хранятся как раз-таки реквизиты к разным спектаклям. Они даже подписаны. Вот «Алые паруса» и тот самый известный кораблик, который проплывает по сцене прямо перед зрителями. Мы находимся в обувном цехе. Прежде чем получить уже готовую обувь, сначала снимают мерки, причем с каждого актера. Вот даже видно размеры. После уже по эскизам изготавливают нужную обувь. Вот чертежи даже к спектаклю «Алиса в стране чудес». А далее по колодкам приступают уже к самому пошиву обуви. Это репетиционный зал. Здесь актеры проводят по 4 часа в день и 2,5 месяца, прежде чем выйти с премьерой на сцену. А это святая святых гримерная. Здесь актеры за несколько минут до выхода на сцену прихорашиваются, наводят марафет, создают прически. А вот здесь актеры уже в образе, волнуясь, стоят и ждут своей очереди выхода на сцену, наблюдая с экранов. За кулисами происходит очень много вещей. Вот, как этот механизм работает, что на самом деле при выпуске спектакля участвует очень много специальностей, очень много профессий задействовано, очень много людей, сотрудников театра. Вот что это огромный большой механизм, который работает на одно общее дело. Я думаю, дальше, когда буду ходить на спектакль, уже как бы по-другому, другое будет впечатление, потому что, ну, как бы ты видел это, ты знаешь уже больше об этом, ты как бы, может, будешь замечать какие-то более мелкие детали, которые не видны там первым таким взглядом. Ты вот видишь всего лишь кусочек какой-то маленькой жизни актера, и потом ты представляешь, сколько большой работы до этого произошло. И нам лишь приоткрыли завесу тайны, но самое сокровенное осталось в сердце театра. И о спорте. 10 снарядов и сложнейшие акробатические элементы. В Новосибирске стартовал чемпионат и первенство области по спортивной гимнастике. Соревнуются более 100 гимнастов и юные спортсмены, и мастера спорта. В центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного не раз проходили крупные старты. Кубок России, международные соревнования. Сегодня здесь проходит чемпионат и первенство области. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 8 до 18 лет. Чемпионат Новосибирской области является открытым. У нас проходит многоборье, третий разряд по одному дню. Сегодня награждение сейчас будет. А уже взрослые все ребята будут награждаться завтра по двум дням. Сегодня обязательная программа проходит, а завтра уже произвольно. Я доволен. Ну, пусть я плоховато чуть-чуть сделаю. Сперва сначала поработать ошибки, а потом уже элементы новые начать учить. Я первый раз сделал комбинацию, наконец, за всю свою гимнастическую карьеру. Тренер сказал, что я молодец, что я отлично выступил. Медали разыгрывают в многоборье. Девочкам нужно пройти 4 снаряда, мальчикам 6. Каждый готовится к старту по-своему. Кто-то уходит в дальнюю комнату и ни с кем не разговаривает, а кто-то общается со своим талисманом. Но есть то, что объединяет всех спортсменов. Например, подготовка к снаряду. Перед тем, как начать выполнять брусья, спортсмены обрабатывают руки магнезией. Мой талисман – это мой лидочек. В нем хранится все, вся моя поддержка. И всегда я его ношу с собой на соревнования и на тренировки. Бревно вообще считается самым коварным снарядом у девочек. 10 сантиметров в ширину и 1 метр 25 сантиметров в высоту. Тут бы пройтись и не упасть, а спортсменки выполняют на нем сложные акробатические комбинации. Я на каждом снаряде делаю, что-то мне больше нравится, какие-то элементы делать, что-то где-то не нравится делать. В общем, где-то есть любимые элементы, где-то нет. Все зависит от настроения тоже. Если не получается, то самый плохой, нелюбимый снаряд. Если хорошо получается, то любимый, в рай его люблю. Подготовка проходила очень тяжело, потому что я много очень пропускала. Буду сегодня стараться. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Новосибирской области, которая уже в феврале выступит на чемпионате Сибирского федерального округа. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна». А на сайте nsknews.info читайте, в каких продуктах содержится скрытая соль. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, что ежедневная норма для человека не больше 5 граммов. И превышать ее опасно для сердца, почек и костей. Смотрите новосибирские новости на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До свидания.